Начальник спрашивает у подчиненного: вы почему на работу опоздали? Из-за того, что пол был лаком покрыт. Когда уходил, прилипли ноги. Пока ноги отодрал, руки прилипли. Пока руки отдирал, соседка зашла. Ну а пока ее отодрал, уже и на работу опоздал. К мужику на вокзале подбегает цыганка. Молодой, красивый, драгоценный, дай руку погадаю. Все расскажу, что было, что будет, чем сердце успокоится. Ну, мужик, пожав плечами, протягивает руку. Ну, погадай. Цыганка некоторое время смотрит на ладонь, а потом в ужасе как закричит. Беда, беда большая случится, страшной смертью умрешь. Зарежут тебя, шкуру сдерут, четвертуют, а потом зажарят и съедят. Мужик так опускает глаза на руку. Ой, извините, забыл перчатку снять. Сидят два болта и ведут светский разговор между собой. Тут мимо них катится крутая гайка. Один и говорит: ну что, может, накрутим ее по разику? Да ну ее, еще ржавчину подхватим. Молодая семейная пара, ожидая прибавления семейства, приходит на консультацию к врачу. Муж и спрашивает: доктор, а как насчет секса при беременности? Ну, во время первой трети срока никаких проблем. Во второй трети только по собачьи, а в третьей по волчьи. А как это по волчьи? Ну как? Лежишь возле норы и воешь. Парень с девушкой пьют вино. Девушка ей говорит: мне много не наливай, а то у меня что-то с ногами. Что, подкашиваются? Нет, раздвигаются.